британской породы. Вот такая вот яркая девочка. Причем я даже могу вам, не заглядывая под хвост, сказать, что это девочка. Почему? Потому что это у нас окрас называется черепаховый. И этот окрас присущ только кошкам. Коты, конечно, бывают, ну, раз, наверное, на тысячу, а может быть и реже. Ну, это уже генетическая аномалия. Но если вы видите вот такую двухцветную, а может быть даже и трехцветную кошку, третьим цветом здесь будет белый, то вы знаете, что мимо вас прошла именно кошка, и только кошка. Если мы возьмем вот такого замечательного черного мальчика и не менее замечательную красную кошечку, правда, сегодня у нас ее нет, то мы как раз вот получим вот таких вот славных, замечательных деточек. Вот такой вот ребенок, вот такая девочка, очень хорошенькая, замечательная, плотненькая. Опять же, мы видели, что мальчики у нас крупнее, девочки мельче. Так оно во всем мире устроено, в живом, и в кошках не исключение. Замечательный ребенок, очень хорошо формирующийся, великолепная шерсть. Двойная, достаточно правильной структуры, с хорошим подшерстком, очень кругленькая голова, замечательные ушки. Огромные-огромные глаза, замечательный британский абрис мордочки. Кругленькая, слабенькая, замечательная девочка. Аплодисменты этой яркой